Ну, обычно на видео все принято показывать. Там монтировать. Монтировать нету времени. Вот смотрите. Видите? Нанесена. Вот. Гребенкой. Значит, вот это клей гипсовый и монтажный. Вот. Вот он здесь. Консистенция надо такая, чтобы была мазючая. Кстати, кто не работал с этим клеем, я вам скажу, что до ума маска такая мазючая фигня, приставучая ко всему. Вот, вот гребенкой. Распределили это все равномерно по стенке. А в дальнейшем применяем вот плоский валик и вот это все заровняли. Вот и вся премудрость крепления нашего помещения. Осталось тряпочка. Тряпочка повытирает. Он все равно потом поверхность такая, что он сейчас он еще не приклеился. Видите, клей еще вот здесь жидкий. Да. А вот здесь просто он все равно потом осыпается, потому что поверхность этого материала пенофольги такая. Нет, это надо большую тряпку.